Ребята, всем здорово! Что можно заказать в магазине GearBest? Очень много всего, особенно электроники, потому что постоянно проводятся акции, всякие супер предложения. Магазин очень большими темпами развивается и в планах стать одним из самых лучших магазинов в Китае. Поэтому, если кто еще не заказывает, заглядывайте, очень всякие различные предложения. Что в очередной раз нам пришло с GearBest? Пришел телефон LAN2. LAN 2 это не тот, который был раньше, на который я даже не снимал обзор, потому что уже он устарел 15 лет назад, а пришел LAN 2 L550S. Типа, знаете, как Cayenne S, так вот LAN 2 делает. Первый был L500 просто, там был 4-ядерный процессор 6582, но они пошли дальше и выпустили S и вставили туда 6592. А так, в принципе, будет тот же аппарат, просто разные процессоры. Но на этот аппарат я сделаю обзор, потому что он более актуальный. По характеристикам все у нас... Ну как, печально. Ребят, цена телефона 70 баксов. Что вы хотели? За 70 долларов вы получите 5-дюймовый аппарат, который будет работать. Но это не все. Еще в посылке кое-что лежит. Я вам покажу, как мы разберемся только с телефоном. Что по характеристикам? Процессор я вам сказал. 6592, 1 гигабайт... 1 гигабайт оперативки, вот флеш-накопитель 4 или 8, забыл уже, разрешение 854 на 480, давно я такого не видел. Ну, собственно, даже, хотя в руках, знаете, вот задняя крышка очень даже приятная на ощупь. Soft-touch пластик, даже ничего так. Здесь металл, кстати, металл даже вот руку охлаждает. Вот вам и 70 баксов, вот вам и LAN 2. Они еще выпустили LAN 2 S6, который я тоже... пытался вам снять в Китае, но он... Я вроде снял, показывал вам. Ну, короче, как потихоньку продвигается, что-то себе там выпускают, батарейки нет. Вот, L550. Батарейка у нас на 1800 мА должна быть. Даже наушники в комплекте есть. И наушники, кстати, внутриканальные, ребята. 70 долларов аппарат-то стоит. Но, ребятки, ну идут-то неплохо. Так, что у нас есть? Всякие какие-то книжки. Понятно, что батарейка, зарядка. Также у нас идет в комплекте, ребята, силиконовый чехол и пленка. И это все 70 долларов. Вы, наверное, подумаете, что телефон, наверное, полное говно, что с ним столько загружает подарков. Ну, я надеюсь, не так, потому что L500... вот он, на L500 подходит та же батарейка и на L550S. Телефон не самое худшее, что я видел, то есть над ним как-то работали, его пытались сделать более-менее нормальным, но только время покажет, нормальный ли он, потому что за время тестирования, ну, реально все косяки не вылазят, поверьте. Опа-на! Так, убираем пленочку, прицепим вот сюда, давайте включим. Это что у нас такое здесь за разводы? А, это вторая пленка так приклеена. Да, вторая пленка криво китайцы приклеили, ее можно, наверное, снять и прицепить еще одну. Ну, как бы вот так, ребят. С этого все начинается. Но вот по задней крышке не продавливается, но здесь как-то вот так. Не знаю. Ну, понятно, что никакой защиты нет. Чуть по-другому сделали, кнопки обрисовали. Вот эта пленка торчащая, как будто сейчас развалится аппарат. На самом деле приклеили. Так, хоп. Разрешение... 854 на 480. Сразу, конечно, ощущается. 960 на 540 не сильно еще вот для глаз. 854 на 480, конечно, ощущается. Ребят, для кого этот телефон, спросите вы, кто его купит? Во-первых, этот аппарат подойдет прекрасно для детей, то есть которым можно уже, в принципе, купить Android-смартфон. В которой можно загрузить какие-то приложения и так далее, игры. И при этом 70 долларов за, как бы за 70 баксов вы сейчас ничего не купите. Минимальные аппараты более-менее 100 долларов стоят. То есть 30 долларов разница по сегодняшнему курсу. Довольно, я вам скажу, такая нормальная разница получается. Так, камера у нас целых 5 мегапикселей. Честно, что ее фотографировать, это я даже не знаю. Ну, давайте попробуем сфоткать, может, что увидим. Хотя, как бы, 5-мегапиксельная камера, я помню на Lenovo, когда еще были Lenovo с 5 мегапикселями, бюджетные, да? Такая песня была, такие фотки получались. Ну, и, как видите, здесь даже что-то вот видно. Поэтому не самое худшее. Я так
предполагаю, ну вот это вот разводы, конечно, ну куда деваться. Я так предполагаю, что здесь два просто, еще два касания, как видите, ничего не увеличивается и уменьшается. Вот так вот не работает. Так, что у нас еще проверить? Ну вот так как-то я вышел из меню. Оп, и обратно вернулась. Короче, телефон какой-то своей жизнью живет. Но, надеюсь, не будет все настолько плохо. Что у нас стоит? Android 4.4.2 стоит. Давайте послушаем звук. Так, давайте сначала язык переключим, а то как-то, ну, не очень, я вам скажу. Языков куча, больше всего китайского. Булькает что-то. Почти Samsung. Общая мелодия. Похрипывает динамик. Да, динамик бюджетненький. Но он так старается, вот так старается, знаете. Ну, слышно даже вот на такой простой мелодии. Слышны, как хрипы на максималке. Слышны хрипы слегка, но я думаю, здесь особо с динамиком не запаривали, ставили все, что было, короче. Ну, вот такой вот аппарат, ребят, Landva L500S. Если кто хочет бюджетный, или просто кто хочет себе смартфон вот первый раз попробовать, вполне сойдет, вам хватит такого, чтобы разобраться. С этим мы разобрались, как я и говорил. Есть еще одна штука, посылка. Ой, какая знакомая коробка. Ой, какие знакомые логотипы. Ребята, это колонка от Xiaomi за 19 с копейками долларов. Bluetooth колонка. Вот так она выглядит. Я такую уже тестировал. Очень мне понравилось. Поэтому отдельно, понятно, я тест не буду на нее делать. Ну, смысла нет. Скажу, что неплохая колонка. Если хотите, могу прямо сейчас вам затестить. Хотя вот все просят, что ты там не включаешь, там, когда-то я тестировал, показывал колонки, почему ты не включаешь звук? Как можно через камеру определить звук? Я не знаю, ребят. Если я включу на всю колонку, забивается просто камера, микрофон и все. Но есть такие, которые пишут, поэтому, как бы, дабы всем угодить. Так, что в комплекте еще есть? В комплекте здесь должно где-то запаковано быть. Вот в стороне. Вот здесь спрятали аккуратненько вот такую штучку. А здесь эта штучка, это у нас, собственно, микро-USB кабель должен быть. Да, микро-USB кабель для зарядки колонки. Колонка, конечно же, Bluetooth. Ну, чтобы немного не говорить, давайте ее попытаемся хотя бы включить. И вот так вот она синеньким загорается и начинает искать Bluetooth. Bluetooth, найди меня. А, да, собственно, SD-карточка сюда не вставляется. Что-то я думал, что есть SD-карточка. Ну, сейчас я попробую подключить и что-нибудь воспроизвести, потому что ж ничего нельзя, заблокирует. Ну вот, как-то так играет эта колонка. Надеюсь, меня не заблокирует за эту музыку. Сейчас мы громкости добавим. Это не на всю, собственно. Можно еще вот так добавить. Я думаю, достаточно будет. Ребят, по ощущениям, колонка очень хорошо играет. Я же говорю, я слушаю ее не первый раз. Очень проработаны басы. Вот прям, когда стоит на столе, прям вот чувствуется звук такой насыщенный. Поэтому, если кто рассматривает себе колонку, присмотритесь обязательно к Xiaomi. Xiaomi, вроде так правильно. И в следующем легком ролике еще одна колонка будет, которая продолговатая, я еще ее не слышал. Поэтому вот эта колонка очень крутая, однозначно стоит своих денег. Во-первых, бренд. Не очень страшно, что там какой-то сраный динамик, который может перегореть, или какая-то батарейка, которая будет работать с этой колонкой 2 минуты и потом выключаться. То есть доверие к этому бренду у меня есть. Поэтому, если кому нужно, ссылка на эту колонку и на Landva будет в описании. Присмотритесь по Landva, сделаю обзор и разберемся уже, стоит ли покупать этот смартфон вообще даже детям. Может, его нужно сделать орехоколом. Вот такие дела. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим роликом с друзьями в ВК. До новых встреч, ребятки. Пока-пока.